Концертную программу, посвященную 8 марта, открыли самые маленькие танцоры, воспитанники студии развития «Светлячок». Это их дебютное выступление перед широкой аудиторией. Тучку бедную простили, тучку с миром отпустили. Эти малыши на пороге вступления в основной состав «Карамельки» – танцевального коллектива, который успешно развивается, систематически покоряя жюри различных конкурсов. В составе «Карамельки» – танцоры самых разных возрастов. Работать интересно со всеми возрастами, потому что каждый возраст имеет такие определенные нюансы, которые приносят удовлетворение, полностью вот такое душевное удовлетворение от своей работы, от того, что ребятки умеют делать. Вот этот позитив, который дают четырехлетки своей непосредственности, он очень привораживает именно в этом возрасте. Когда дети становятся уже больше, более старше, начальное звено, и ты увидишь, что у них же отработана хорошо техника, то, что они очень эмоционально подают вот все, что ты им даешь, это тоже очень приятно, как бы с такими детьми очень тоже хорошо работать. Ну и старше – это результат работы многолетней. Ведь дети занимаются по 10 лет. И когда ты уже в них вложил свою душу, считай, 10 лет прошел с этими детьми, почти свои дети вырастил, как бы, да, и ты видишь этих детей на сцене, это частичка души. У нас очень хороший коллектив, мне нравится заниматься. Да, мы ездим, да. Угу. Мы занимаем первые, вторые, третьи места. Эй, мамка, люблю мир в рубашку, люблю. Ой, вышли, какой воротник, на стажаре день скоро приду. Ой, ставлен на пень высоко, посмотрю я, чисто пой, далеко, не моя, не макой, ты идешь. Подарок мамам – новые танцевальные композиции, над которыми несколько составов «Карамельки» работают в течение учебного года. Народная тематика преобладает. Девчонки, танцующие в ансамбле по несколько лет, говорят, искусство танца ни на что не применяют. Мне нравится танцевать, учить всякие танцы. Чем сложнее движение, тем лучше получается танец и интереснее. Мне все здесь нравится. Педагог очень хороший. Танцы придумывают тоже красивые очень. И костюмы. Бабушки, большое вам спасибо за то, что вы есть, за то, что у вас такие замечательные дети. Всего-всего самого прекрасного, что можно пожелать для женщины в день 8 марта, вот от души чисто для вас.